Художник Франсуа Буше, пользуясь покровительством при дворе Людовика XV, позволял себе фривольные сюжеты. Его искусство хорошо отражало нравы того времени, легкомысленные, поверхностные, где главное было удовольствие. Рококо свойственна легкость, галантность, некоторая праздность, ведь прежде всего это было придворное искусство. Сюжет картины Франсуа Буше «Юпитер и Каллисто» тоже связан с мифологией. Юпитер, влюбившись в нимфу Каллисто, явился к ней в образе Дианы, богини охоты. Диана была подругой нимфы, и это позволило Юпитеру сблизиться, а потом увлечь девушку. Две изящные и красивые девушки, заняты общением друг с другом. Диана чувственно обнимает Каллисто. Художник пишет ее выше нимфы, подчеркивая ее лидерство. Вокруг вьются маленькие амуры с гирляндами цветов. Атмосфера любви и страсти царит на картине. А превращение Юпитера в Диану напоминает лишь орел за спиной девушки, который всегда был спутником Юпитера. Сама сценка происходит на лесной поляне. Художник Франсуа Буше уделяет большое внимание пейзажу в картине. Справа художник пишет темные заросли деревьев и цветущих кустов. Прорабатывает линии ветвей, листвы, уходящие вдаль деревья, сломанную корягу. Художник сознательно пишет глухой кусочек леса, где влюбленные остались одни. Внимание к пейзажу, к природе, тоже характерно для стиля рококо. Композиция картины подчеркивает чувственность. Две фигуры девушек развернуты друг к другу. Линии ног, ангелочек справа, колчан со стрелами. Все линии как бы влекут к центру картины, подчеркивая влечение двух влюбленных. Два профиля девушек, смотрящих друг на друга, становятся композиционным центром. Линия горизонта низкая, в картине много зелени, небо. Пейзаж добавляет красоту и загадочность работы, некоторую камерность. Асимметричность композиции, перегруженность деталями, дорогими аксессуарами свойственна рококо. Картина Франсуа Буше «Юпитер и Каллисто» написана очень нарядно и декоративно. Она изначально предназначалась для украшения интерьера, поэтому здесь каждая деталь и вся работа в целом изящна и красива. Любовь, радость каждого дня становится основным мотивом работ Буше и всего направления рококо. Эта сценка пишется с тонким эротическим подтекстом, как и все картины в рококо. Здесь можно прочитать вызов нравственности того времени. Художник очень талантливо и с любовью пишет тела своих героинь. Образы девушек пишутся очень эмоционально. Хотя они одеты, но глубокие декольте, пышные формы, обнаженные ноги в длинных подвернутых платьях очень чувственны. Яркий румянец на лицах говорит о том, что их захватила страсть. Палитра художника сглаженная, преобладают розовые, голубые, зеленоватые постельные тона. Все мягкое и светлое, все радует глаз. Светлые нарядные силуэты девушек красиво читаются на голубой зелени темного леса.
Франсуа Буше – яркий представитель эпохи рококо в начале 18 века. У него работы светлые, галантные и игривые, как и полагается придворному искусству. Декоративность, утонченность образов, аристократическая хрупкость, красивые идеализированные пейзажи, фривольные сюжеты манерного времени – основные черты творчества Франсуа Буше.